Здравствуйте, друзья! Вы на канале «Стройгарант Анапа». Сегодня мы по вашим просьбам расскажем о свободных участках и домах, которые будут на них возведены в коттеджном поселке Звездный. На данный момент в продаже 4 участка, один уже забронирован. Их площадь начинается от 5 соток и заканчивается практически 9. Первый участок расположен по адресу проезд Звездный 33А, площадью 5,2 сотки земли. На нем будет построен коттедж по проекту 110 квадратных метров. Расскажу более подробно о нем. Данный дом двухэтажный. Внутри коридор, 3 спальни, 2 санузла и кухня-гостиная. Давайте посмотрим его подробную планировку. Первый этаж встречает нас коридором площадью 6 метров. Далее идет санузел площадью практически 6 метров. Спальня с эркером 15,1 квадратных метра. Кухня-гостиная почти 38 метров. Площадь террасы 22,8 квадратов. Она не входит в общую площадь дома. На втором этаже у нас коридор 3 метра, второй санузел почти 4,5 квадрата и две спальни 22 и 17 метров. Следующий участок с адресом Звездный 35 имеет 5,4 сотки земли. На нем будет возводиться коттедж площадью 90 квадратных метров. Этот проект одноэтажный, но в нем тоже 3 спальни, прихожая, коридор, санузел и кухня-гостиная. Смотрим планировку. Прихожая 4,5 квадрата, коридор 6,5, санузел 6,3 квадрата. Спальня с эркером 17,5 метров. Вторая спальня 11 квадратных метров. Третья 13,5. Кухня-гостиная площадью 29 квадратов и терраса 21 квадратный метр. На участке 6,1 сотки земли по адресу Звездный 38 также будет построен коттедж по проекту 90 квадратных метров. На сегодняшний день этот участок находится в броне. Последний участок по адресу Звездный 38А площадью 8,8 сотки. На нем будет построен самый большой коттедж из всех сегодня представленных. Его площадь 130 квадратных метров. Данный проект двухэтажный. В нем есть 2 санузла, кухня-гостиная и аж целых 4 спальни. Давайте посмотрим планировку данного коттеджа. Первый этаж встречает нас прихожей, ее площадь 6 квадратных метров. Санузел также 6 метров. Спальня с эркером чуть более 15 квадратных метров. И кухня-гостиная практически 40 метров. Площадь террасы 22 квадратных метра. На втором этаже расположены 3 спальни 13, 15 и 17 квадратных метров. Санузел 6,5 метров и коридор 10 квадратных метров.
Все эти коттеджи будут построены из керамзита-бетонного блока шириной 250 мм. Фундамент выполняется из монолитного бетона шириной 400 мм и высотой 700 мм. Используется бетон марки М250. Цоколь армируется арматурой сечением 10 мм с шагом 300 на 300 мм. Заливается бетоном М250 класса B20. По всей длине цоколя сделаны ригеля из арматуры сечением 11 мм, связанные между собой хомутами. Монтаж кровли производится с использованием стропильных балок из досок 50 на 150 мм. Контррейка из досок 25 на 50 мм. Все деревянные конструкции обрабатываются огнебиозащитой. Покрытие кровли из металлочерепицы толщиной 0,47 мм. Выполняется монтаж водостоков, снегозадержателей и сливных труб. По периметру кровли защита от ветра. Снаружи дом утепляется плитами каменной ваты толщиной 50 мм при отделке декоративной штукатуркой и 30 мм при отделке кирпичом. Коттеджный поселок «Звездный» находится прямо на въезде в хутор «Красный курган». Территория его огорожена на въезде шлагбаум с круглосуточной охраной. Из коммуникаций здесь электричество 15 кВт, центральное водоснабжение и у каждого коттеджа индивидуальный 8-кубовый септик. Друзья, по поводу стоимости данных участков звоните нам в отдел продаж. Наши специалисты всегда предоставят вам актуальную информацию и цены на данный момент. Подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии. С вами была компания «Стройгарант Анапа».